Всем привет! С вами Ольга Чернова и мои краткие описания всех сортов томатов, которые я высаживала или которые только хочу. Вот сейчас я хочу вам рассказать о крупноплодном томате «Король гигантов». Это классический сорт, всем известный. На обороте нам производитель пишет: «Крупноплодный сорт сибирских селекционеров». Так вот, чтобы вам видно было. По праву может считаться королем среди томатов по всем основным параметрам: крупноплодность, урожайность, вкусовые качества. Плоды округлые, красные, весом могут доходить до 1 кг, легкие и сладкие. Хороши как для салатов, так и для зимних заготовок. Растение индетерминантное, высотой 1 метр 1,7 метра в зависимости от условий выращивания. Урожай с одного куста достигает 7-8 кг. Сорт выращивается в открытом грунте, в теплицах. На 1 квадрат размещает 2-3 растения. Все. Вот этот сорт я даже вот в этом в кратком видеоролике я даже не буду ни расписывать, ни расхваливать. Его многие знают. Это крупный, хороший, урожайный сорт. Про него я буду снимать отдельный фильм, ему посвящать, потому что это один из любимых моих сортов. Всем рекомендую, если вы хотите на своем участке вырастить огромный, настоящий вот такой русский помидор, томат «Король гигантов» идеально для этого подойдет. Все, у него нет никаких недостатков, просто в уходе вы очень легко получите, пусть там не килограммовые плоды, но 600-800, он вырастает без всякого дополнительного ухода. До свидания, с вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука.